смесь голубой и синий. И вот этой смесью сметанное состояние краски полностью избавится от белого. Полностью. Количество вещества должно быть такое, чтобы было что придавить. Я помню. Все, я давай, давай. Значит, берешь с розовиночкой, все тоже, с розовиночкой, чуть светлее. Вначале чуть светлее. И вот эти перистые облака создаешь, ну, как перистые облака. Вот они. Гоняться за каждым звуком на картине, на фотографии не надо. Создаешь собственные звуки, которые складываются. Единственное, общую затею пытаешься показать. Общую затею перистых и общую затею кучевых. Вот такого дракончика кладешь, раздавливаешь потом, и если надо, домоделируешь. Могут заслонять один дракончик другого, и тоже будет дополнительное пространство. Одно заслонило другое, появилось еще. Чем больше заслоненностей, тем больше эффект пространства. Видим следующие, которые вместе создают рифму. Одна, вторая, третья разного размера создают вместе рифму. Ну вот я их как бы перечисляю. Потом возьмешь синьку и отчертишь облака, да не, от неба отчертишь эти горы. Синечкой отчертишь. Ты сейчас ходила за мной, видела, как эти действия, да? Смотри, раздавленная краска. Тренироваться можешь здесь. Потренироваться сначала, чтобы край упаковать, чтобы поделать вот эти склоны, Так, давай тебе. Вот оно, вот такое. И крайняя точка будет где-то здесь. Итак, сначала ты закладываешь вот эти перистые, а с той стороны еще и, да, еще и с преувеличенным розовым. Это вот здесь, Вот так моделирую я. И раздавливаю. Прикольно? Особенно прикольно, когда одно заслоняет другое. Одно заслоняет другое. Будет особенно красиво. Давай. Здесь более цельный кусок неба. Более цельный. Здесь не должен быть так настолько кричащим. Потому что мы все для центра. Если нужно, можно это все отдавливать и помогать пальцем в том числе. Смотри, вот я сейчас разогнал боковинки и заработал центр. Это важно.
А центр вполне съедобный. Можно, конечно, еще чуть-чуть. Но это уже, вот, понимаешь, вот лучше оно будет жестом сделано, чем ты бы шаг за шагом да, насусулила. Но вот жестом красиво. Вот это вот я правильно поняла или я неправильно поняла? А, ну да, это лучше. А вот это вот уже другого цвета же, правда? Да, да. Смотри, вот для меня актуально, что все пятно темное. А вот это вот несколько потом. Смотри, смотри. Все пятно темное. Еще для меня актуально, что нижнее пятно бирюзовое. Все правильно, сверху вниз. Это я его замазывал. Краску туда как бы подбросил. Это вот эта вот линия, это вот это? Вот это? Да. Хотя пока очень условно. Так, где у нас бирюза? Хорошо. Я сделаю. Но вот этот вот кантик мы оставляем, да? Смотри, кладу вот такие игрушечки. Вот такие. Кладу желтоватые игрушечки. Да ты ж видишь. Вот. Кладу разбел бирюзового. Тоже там есть, да? Теперь все это превращаю в вертикаль стеклянную по звучанию. Да, может только не строить. Ладно. Вот в эту стеклянную. Ага. Теперь отделим уже внятно. Одно от другого. Голубой возьмем плюс коричневый. И здесь черноту поселим. Черноту заслоняющую. Не черноту задника. Вот прямо так, вот такую черноту. Эта же чернота чуть-чуть поселится и здесь. Тоже превратится в вертикаль. Угу. И тогда чуть передний план, то все. И у нас уже красотень. Освещенный кусок. Наблюдаю, не получилось ли чего красивого, естественно. Розовенький зайдет в это ущелье. Тоже может быть чуть-чуть его доиграть. Там остатки снега есть, по-моему, на макушках. Если что, то давай чуть-чуть положим эти остатки. Угу.
и снег в тени. Он же в тени не бел. Логично, да? То есть на свету сияет, в тени тих. Вкуснятина? Очень, очень. Причем в шоссе, да? Еще один такой же звучик вот здесь. Тоже положила, посмотрела, не получилось ничего красивого. Да. А тряпочек не надо, я буду тряпочку. Не-не-не, там слишком мелко для тряпочки. На переднем плане преувеличено рыжий усадин. Что делаете? Развивать успех. А вот это что такое? Дерево, ну как это? Дерево. Да, я понимаю. Ну как-нибудь там. А потом это мастихинчичком. Ну, смотри. Мастихинчичком сначала такое вот темно. Так. А что, оно светлое? Нет, темно. Вот такое что-нибудь вначале. А потом разберем. Значит, смотри, да. Здесь у нас идея должна появиться. Колебание на воде нарочито горизонтальное. Чуть-чуть. Знаешь, как на воде вот вдали часто бывают вот такие звучики. Угу. Сразу выразилось лежачая Сашенька, плоскость. Я тебе перезвоню, хорошо, Санечка? На этом стекле выразилась лежачая плоскость. Каменюкочка. Прям уж с чем сглаженнее, ну, тем да, лучше. Да, да. Но здесь камень слишком упрощаешь. Ну вот, вот я хочу быть что-нибудь, я что-то поняла. Сделала что-нибудь. Смотри, уползающая змейка. Именно уползающая змейка хорошо показывает уход вдаль. Угу. Посмотри. Маленькие штрихи, больше они... Да, накопошила полный перебор. Чего? Накопошила вот этой вот мелочи. А я просто не знала, как это... Понятно, да, не знаю, все правильно. Ну, я ж не... Поэтому и не проговариваю ничего такого, что могло бы тебя расстроить. Я просто знаю. Но это опять же не всегда ли, да? Кого-кого? Вот не всегда впереди крупный делать, да? Ну, во всяком случае, не вот эту. Не вот эту. А почему? Потому что она вне контекста вот этих поступков. Угу. То есть она копошливая. А у нас, смотри, все на жестикуляциях, да? Угу. Все на легкости исполнительской. Надо, как он высунулся, да? Да, да. Алло, да, Саша. Алло, да. Санечка, я тебе перезвоню, ладно? Да немножечко, да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, Саня, давай.
Смотри, поскольку у нас исполнительская легкость, да, то и здесь тоже здесь попытаемся как-то так сделать, чтобы удивить зрителя, как мы двумя шагами достигли. То есть не как мы утруждались, а как мы наоборот. То есть сыграем, даже сымитируем легкость исполнительскую. В данном случае я демонстрирую поднятый бугорочечек. Травяной, но поднятый. Все это перекрыто травками. В том числе освещенными. Вот здесь кусочек освещен, вот здесь кусочек освещен. А здесь он как бы чуть в тени. Могло же быть, что вот этот кусочек немножко попал в тень. То ли от облака, то ли еще что-то. Чтоб не все подряд было на свету здесь выстроено, светло, светлое на светлом. А где-то в тени, а где-то чуть на свету. Может, каменюка здесь какой-то торчит, дерево стоит, тень отбрасывает. Нормальное дерево, я бы даже его оставил. Вот такой кустяка. Да. Не нравится тебе такое, да? Ладно, чуть-чуть перекроем травками. Травки бывают цветут. Такой вот как бы неожиданный, да, приятный неожиданный цветовой мотивчик. Очень хорошо. Вот это оставляю к небу, но очень. Очень хорошо. Не, ну к небу очень хорошо. Лучше, чем. Держи. Все? Да. Может, давайте? Да. Спасибо.